chwilę obejrzycie film pochodzący z legalnego źródła. W ten sposób wspieracie kulturę. Miłego seansu. Robert Więckiewicz. Перевод «Профессор». Закадровый текст читаю. Dead Snow и Дэн 904. Thank you.
Ты спишь? Потому что я-то не сплю. Грешик уже знает. Я думал, может, ты? Мне очень жаль, Бася. Чтобы вы знали, это моя знакомая. Это была ваша знакомая. Где специалисты? Марыся сейчас будет. Оперативный офицер. Я знаю, что туман, темно и не видать низги. Но все Петры с тех особняков и все Маруси с этих домов должны быть опрошены до полудня. Прошу прощения, так это вы теперь ведете это дело? Ну? А можно поинтересоваться, почему? Может, потому что тут не кража мобилки в начальной школе? Я иду к Мишке. Из следственного отдела есть кто? Или они к 10 появляются на работе? Тут я, сынок, тут. Теодор Шацкий. Вильчур. Леон. Вы за пределами Варшавы жили когда-нибудь? Только сейчас перебрался. Тогда вы ни шиша не знаете о жизни. Но это не грешно, я помогу вам. Достаточно, если вы будете выполнять распоряжение прокурора, ведущего расследования. Интересно, кто зарезал жену этого клоуна-будника? Мне интуиция подсказывает, что вы докопаетесь до истины. Но вы не местные. Все будут с вами разговаривать, но никто вам ничего не расскажет. Временами вам придется напрягаться, чтобы понять, кто на самом деле с кем и для чего. И тогда я вам пригожусь. Мог и без пальцев остаться. Мог загадить своей кровью орудие убийства, кретин. С чего вы взяли, что это орудие убийства? Предположил. Если под одним кустом мы находим труп с перерезанным горлом, а под другим эту бритву мачете, то должна же между ними существовать какая-то связь. Прошу попробовать. Положила под безе тоненький слой сливового повидла. С осени еще немного осталось. Ну ладно, Бася, расскажи нам, в чем дело? Я хотела бы знать, почему... После 7 лет работы в нашей прокуратуре меня отстраняют от расследования убийства Элли. И хотела бы знать, почему его должен вести пан Теодор, который не знает ни города, ни его особенностей. И хотела бы сказать, что мне было бы горько узнать об этом тем способом, каким это произошло. Могла бы меня и предупредить Мишка. Ну, знаю, Вася, прости. Нормальное дело досталось бы тебе. Но это ненормальное. Эля, твоя близкая приятельница, Гжегош, был с тобой связан.
Адвокаты могли бы использовать это против нас. Кроме того, эмоции следствию не помогают. Что вы там знаете о моих эмоциях? Благословенные, не знающие это. Ладно, дорогие, потом будете пикироваться. Я вам сейчас покажу, как выглядит наша ситуация. И я надеюсь, что следствие будет вести пан прокурор Шацкий. Потому что я хочу избежать ситуации, когда труп, подозреваемые следователи, это группа друзей, которая еще вчера договаривалась сходить вместе на шашлычок. А поскольку пан Теодор тут новый, ты будешь служить ему советником во всем, что касается города и его жителей. Приветствую дорогих поклонников холодного оружия, фанатов резни, любителей краения, обожателей колотых ран. В этом выпуске видеожурнала «Острие» у меня для вас есть очень острый раритет. Мы встретимся с писателем, который саморучно изготавливает самурайские мечи. Будут и вкусняшки, на вроде хлыстов, казалось бы экзотических, а на самом деле издавна плетущихся в Польше, а также шокирующая история кортика с Криксмарин, спасшего честь одной мазурской крестьянки. Как я всегда говорю, покажи мне свой нож, и я скажу, кто ты. Вы уже изрядно нам помешали. Прошу выйти отсюда. Вы думаете, мне охота тут торчать? Меня прислал прокурор. Тела не было на нашей территории. Мне не нужны сенсации. Вам нужны полицейская лента вокруг архива, ордер на обыск и 12 специалистов, которые целую неделю будут искать тут улики? Если я правильно понял, люди вас нанимают для того, чтобы вы лазали по разным дырам и собирали сведения об их предках? Да. Вам за это платят? Если предки оказываются подходящими. Подходящими? Да, не безродными холопами. Не говоря уже о евреях. Нужны шляхтичи. Некоторые довольствуются рядовыми мещанами, но это редкость. Герб им подавай. И всегда находите? Всегда. Тут же все цехи. Дайте мне человека, а досье я найду. Когда начинаешь рыться в истории, быстро обнаруживаешь, что там можно найти все. Иногда правду, иногда шокирующую правду, а иногда правду, притянутую за уши. Это здесь. Что-то случилось перед тем, как вы увидели тело? Знаете, кто это сделал? Нет. Даже не имею понятия, кто бы это мог быть. Я бы сказал, что это кто-то не местный. Если бы не то, что это должен быть кто-то местный. Я не верю в незнакомых бродяг, которым пришлось столь постараться. Вы должны понять одну вещь. Будника тут никто не любит. Вам знаком тип видного общественника, который постоянно в каком-нибудь крестовом походе? Он как раз такой был. Независимо от того, был он прав или нет, всегда подсознательно выбешивал. А она? Мать Эльжбета от ангелов. Так ее называли. Психичка? Совершенно нет. Воплощенная доброта. Это Польша, ее должны были за что-то ненавидеть. Нет. Вы допросили Будника? Задал ему пару технических вопросов, остальное оставил вам. Где он был вчера? Дома. А она? Тоже дома. Чего? Говорит так. Смотрели, обнявшись телевизор.
Заснули. Когда он под утро встал, ее уже не было. Это ж полнейший вздор. За всю карьеру не слышал вранья глупее этого. Но... Ну, привет, это я. Ну, привет. Виделись же. Чего хотел? Ничего особенного. Так, просто звоню. Что там у тебя слышно? У твоей дочери все нормально. Заставила ее сесть за уроки. Завтра у нее контроль. По какому? По природоведению. Тео, тебе что-то конкретное нужно? Я немного занята. Конкретное? Конкретно мне бы хотелось знать, когда моя дочка сюда приедет. Сдается мне, что ты препятствуешь ее общению со мной. Не будь параноиком. Сам же знаешь, что ей там не нравится. А что такого? Если приедет, у ее отчима появится конкурент, и твой замечательный союз уже не будет таким замечательным. Тео. Ладно, но она должна понять, что теперь я живу здесь. Объясни ей это сам. Может, я приеду? Может. Как хочешь. Тео, умоляю, если у тебя ничего конкретного... Нет. Спасибо. Поцелуй ее от меня, ладно? Ладно. Я спрашивал об одном единственном ноже. Знаю, знаю, все знаю. Но видите ли, я столько лет пытался попасть в список экспертов по холодному оружию ближе к делу. Ваша бритва мачете. Это халев. Нож для ритуального убийства животных, который использовали шехеты, еврейские резники. Это маленькие, для домашней птицы. А у вас размер XXL для скота. Есть еще средние, для барашков. Вы уверены? Абсолютно. Это моя страсть. А я, как эксперт, я вас умоляю. Только один инструмент обладает такой формой. Вы должны знать, что только превосходно заточенный нож одним ударом может перерубить глотку, гортань и артерию. А это условие кошерного ритуального забоя. Зачем? Может, за тем, чтобы животное не мучилось? Я влюбился беспамятно и безнадежно. Провинциальный служащий, столичная девушка, окончившая театральный вуз. Но через два года мы венчались в Сандомерском соборе, в Белое воскресенье. К сожалению, у нас не было детей, хотя мы очень хотели. Когда оказалось, что нам нужно пройти все эти медицинские процедуры, мы стали подумывать об усыновлении, но потом мы узнали, что нам и дальше придется заниматься детьми в русле нашей общественной работы. Последние дни, по большей части, мы проводили с женой вместе. Зимой мы много потрудились, поэтому решили Пасху встретить вдвоем. В воскресенье мы проспали пасхальную службу,
Съели скромный, но праздничный завтрак. Немного почитали, немного погадали, немного посмотрели телевизор. Вечером пошли гулять. Зашли в кафедральные, но не на мессу. А немного вдвоем помолиться у гроба Господня. Весь понедельник мы провели в постели. У Эль-Джини болело горло. Ужасно холодными выдались праздники. Во вторник она все еще неважно себя чувствовала. Дел никаких у нас не было, поэтому мы остались дома. Вечером по Первому каналу посмотрели какой-то фильм с Редфордом. О тюрьме. Название не помню. И пошли спать. Рано, потому что у меня болела голова. Когда я проснулся, Элли не было. Я еще не успел забеспокоиться, как позвонила Бася Соберай. Это хорошо, что меня вы допрашиваете. Баси, это было бы тяжело. Допрашиваю, потому что веду следствие. Эмоциональный аспект здесь ни при чем. Что у вас со лбом? Споткнулся, ударился об кастрюлю. Мы должны провести экспертизу. Да ничего особенного. Это не потому, что мы за вас волнуемся. Мы должны убедиться, что это не результат драки или ранения. Не верите мне? Вы, очевидно, знаете, что можете отказаться от дачи показаний или ответа на конкретные вопросы. Да. Но вам угодно лгать. Почему? Когда вы в последний раз видели жену? Я говорил. Я знаю, что вы говорили. Теперь прошу рассказать, когда вы на самом деле в последний раз видели жену. Если не скажете, я задержу вас на 48 часов, предъявлю обвинение в убийстве жены и буду ходатайствовать об аресте. У вас 30 секунд. 20. 10. Я ведь сказал. Это Шацкий. Пан прокурор, прошу оставить меня в покое. Список экспертов составляет суд. Но я не по этому вопросу. Я вам объяснял, да? Это моя страсть, понимаете? Самая лучшая коллекция Польши. Я просто хотел попросить без обязательств. Нет. Ну почему? Нет. До свидания. Но... Вы об этом пожалеете. Одержимые. Что случилось? Один псих хотел выпытать у меня орудие убийства для своей коллекции. Почему у Будников не могло быть детей? Он не мог, да? Да. А почему вы спрашиваете? Будник об этом упомянул.
будто мимоходом. Так говорят мужчины, которые столько раз слышали, что это не важно, что поверили, что так оно и есть. Мой муж тоже не может иметь детей. Тоже ему говорю, повторяю, что это не имеет значения, что важнее другие вещи. А они важнее? Нет. У меня есть 10-летняя дочь, живет в Варшаве. И мне кажется, что день ото дня она все больше отдаляется от меня, исчезает. Я и так вам завидую. Это место для инвалидов. Сердце. Я бы и так не смогла родить. В конце концов, кому-то ты должен доверять. Теодор. Баська. Скажи, что ты шутишь. Понятия не имеешь, что это значит, да? Это значит, что тот, кто подбросил нож, надеялся, что дело попадет в СМИ, и начнется польско-еврейская истерия, и это затруднит нам работу. Это не будет обычной истерией. Если кто, не дай бог, произнесет ритуальное убийство, это конец. Ритуальное убийство – пугалка для детей, чтобы тихо себя вели. Не то придет, злой жид и съест их. Теодор, проснись! Сандомеш – это город, где обвинения в краже детей и погромы были когда-то так же регулярны, как сезоны года, где церковь поддерживала это зверство. Где до сих пор в кафедральном соборе висит картина, изображающая убийство евреями детей-католиков. Она прикрыта, конечно же. Такого я еще ни разу в жизни не видел. Посмотри. Сухо. Практически ноль крови. Как такое возможно? Идеальный забой. Как на скотобойне. Кто-то должен был ее оглушить, подвесить вверх ногами, перерезать горло и спустить кровь. Нужно искать кровь. Вы должны узнать, что это такое. Зажало это в ладони. В воскресенье они точно были на прогулке. Около 6 их засняла камера на Мариатской улице. Все в порядке, верно? В понедельник, когда теоретически пани Будник оставила мужа, ее нет ни на одной камере, его тоже. Во вторник также, а в среду ее труп лежит на другом конце города. Где это? На еврейской. Камера на стене синагоги, прямо над тем местом, где нашли Будник. Записано в среду утром, за несколько минут до того, как мы получили сообщение. Знаете, что раньше было на месте, где нашли Будник? Городские стены? Киркут. Ее труп лежал прямо в центре старого еврейского кладбища. Вы не любите фотографироваться? Зеркала в ванной вполне достаточно. А как именно вышла ваша жена? Простите? На улицу она не выходила, потому что на камерах ее нет. Через 4-метровую стену собора она тоже не перепрыгивала.
Через окно тоже не выходила, потому что на нем решетка. Утолите мое любопытство, раз вы так говорите. Я припоминаю, как она вышла в понедельник. Через дверь. Вам нужно ее получше рассмотреть с той стороны. Вы меня в чем-то подозреваете? Да, в убийстве жены. Тогда почему не арестовываете меня? Вы признаетесь? Я не виновен. Жаль. Вам знаком этот символ? Это Родло. Вы в школу не ходили? У вас есть такой значок? Ни капли. За последние полгода в этом доме никто даже не поцарапался. Почему бы его не закрыть? Это Шон. Знаю, но слишком мало доказательств. Я должен знать почему и должен знать как. А из-за решетки он это не расскажет. Караульте его. Пан инспектор. Отстань от меня, Гончаровский. Это уже в который раз, и всегда один и тот же результат. Ну да, но. Что оно, что оно, что оно? Ну уже неделя, как Толя нет. Гончаровский, смилуйся над нами. Полиция прогоняет бродяг, а не ищет их. И уж тем более не с соседнего района. Я знаю, но... Мне нечего тебе сказать. До свидания. Мы должны выяснить, где кровь погибшей. В Маце. Муж мне объяснил. Смотри, это символ очертания Вислы на карте Польши. Вправо, потом долго наискосок вверх и снова направо. А эта штучка – это место, где Висла проходит через Краков. Союз поляков в Германии придумал себе такой символ в 1933 году. А нацистов они убедили в том, что это их замена свастики. И что, этот союз еще существует? Да, причем достаточно активно. Кроме того, Родло еще является символом польскости. Этот знак используют несколько харцерских дружин, пара националистических организаций. Националистических? В смысле, борющихся с педерастией? Нет, скорее таких здравых националистических, патриотических. Здравых националистических? Играем в оксюмороны? Может, в Варшаве это и не модно? Но в провинции некоторые любят испытывать гордость за то, что являются поляками. Юрик Шиллер является почетным членом Союза поляков в Германии. А кто это такой? Я же Шиллер. Шутишь, что ли? Шиллер. Недели не проходит, чтобы на него не написали донос. Последнее, что его пес нагадил под памятником Иоанну Павлу II, оскорбил религиозные чувства католических жителей Сен-Домежа и тем самым нарушил статью 196 Уголовного кодекса. Это шутка? Нет. И исключения тоже нет. Я бы хотел получать ежемесячно по злотому от каждого жителя, который ненавидит его, как пса. Ненавидит его за что-то конкретное? Он богатый, красивый. У него большой дом и шикарная машина. У нас это может означать только одно. Что он злодей. Угнетатель убогих, живущий за чужой счет. А на самом деле как? Пожалуйста, пожалуйста. Правда такова, что Ежи Шиллер – бизнесмен, секущий в недвижимости. Он чист. Какие у него были отношения с будниками? Парень – патриот, филантроп. Давал деньги Эльжбете на детские спектакли. Шиллер. Еврей? Если верить доносам, то стопроцентный. А еще педераст, зоофил и сатанист. Куда по помытому?
нашел свой день рождения. Это не день рождения. Это предсказание того, как помрешь. Вы патриот? Естественно. А вы нет? Вам нравятся патриотические картины в соборе? Не уверен, что это тема нашего разговора. Но считаю, что самым большим и самым опасным идиотизмом в истории Польши является отождествление патриотизма с той педофильской сектой. Патриотизм без католицизма? Вы создаете новый уровень. Достаточно немного разума, чтобы увидеть, что за нашими крупнейшими поражениями стоит церковь. За кровожадным мифом об опоре христианства, за порнографической тягой к мученичеству, безделием, завистью и сексуальными неврозами. Польское право написано под диктовку мафии анонистов в сутанах. Я патриот. Но прошу не оскорблять меня подозрениями в том, что я поставил один предрассудок выше других. Вам знаком этот символ? Это родло. Святой знак для нас. Члены Союза часто такой носят? Только активисты. На рынке вы такой не купите. Конечно же, у вас есть такой. Конечно же. Можно его увидеть. Удивительное дело. Но вы не можете его найти. Не могу. Мы его вытащили из ладони погибшей Эльжбеты. Погибшей Эльжбеты. Где вы были в понедельник и вторник? Дома. Вас кто-нибудь навещал? Знакомые, друзья? У вас часто вообще бывают гости? Я не особо общителен. А это место для меня особенное. Этакое убежище. Люблю здесь быть один. Можно увидеть фотографию, которая стояла на камине? Простите? Хочу увидеть фотографию, стоявшую на камине. Там не было никакой... Покажете или нет? Зверски убитая женщина держала в стиснутой ладони значок, который вы не можете найти. И вы не можете объяснить, как он там оказался. И вам нечем доказать, где вы были в момент совершения преступления. И вы продолжаете лгать. Меня это сильно удивляет. Вас легко удивить, пан прокурор. Такая детская черта ценится в вашей профессии? Я вас должен арестовать, а потом решить, что делать дальше. И что вам мешает? Не вижу для вас повода убивать свою любовницу. Особенно таким способом. Перестаньте валять дурака. Фотографию. Вы ничего не понимаете. Это маленький городок. Они всегда будут говорить, что была шлюхой, гулящей. Фотографию, живо! Погибшая собиралась оставить мужа? Вы с ней об этом говорили? Вам не могло это нравиться, знать, что она ежедневно ложится рядом с ним, целует на ночь, занимается тем, чем обычно занимаются супруги. Я ждал ее в понедельник. Не расслышал? Она должна была прийти ко мне в светлый понедельник и уже остаться. А во вторник мы должны были навсегда уехать. Значит ли это, что она должна была рассказать о вас супругу? Не знаю. Пан Будник, прошу открыть, полиция! Пан Будник! Thank you.
Училась в Варшаве, училась в Гёттингене, изрядно поездила по миру, жила в трех столицах. И у меня было, не стану скрывать, много мужчин. Только их всех объединяла одна общая черта. Они были классными. И даже когда мы решали, что мы не подходим друг другу, они оставались классными. А ты – первый настоящий отморозок, объявившийся у меня на пути. Старше тебя на 20 лет государственный служащий, прошедший огонь и воду. Что ты хочешь со мной построить? Теперь уже ничего, но хотела раньше. С каждым днем мне хотелось отдавать тебе все больше и больше. А ты видишь во мне провинциальную соску. Не вижу поводов для грубости. Так это ты и есть грубый, Тео. В каждой своей мысли обо мне проявляешь себя хамовитым, вульгарным, грубым и неотесанным женоненавистником и сексистом. Скучным офицеришкой тоже. Отвернись. Перестань. Янек. Шацкий идет. Пан прокурор! Пан прокурор! Прошу ваш комментарий. Проинформирую вас обо всем на завтрашней конференции. Это серийный убийца? Завтра. Сегодня есть только слухи. Завтра будет информация. Давайте слухи. Нет. Убит подозреваемый в предыдущем преступлении. Значит ли это, что следствие застопорилось? Ни в коем случае. Необходимо закрыть школы. А это зачем? Чтобы уберечь детей. От чего, извините? От мистерии крови. Вы рехнулись? Я не понимаю, почему у вас не хватает мужества вслух удивиться тому, что по прошествии стольких лет в Польшу вернулись ритуальные убийства? Вы ненормальные. Я не утверждал это, а просто спросил. Ритуальное убийство – это антисемитская легенда, ничего более. В каждой легенде есть зерно правды. В истории правосудия было много лиц, осужденных за подобные похищения и убийства детей. Столько же, сколько было и ведьм. Думаете, ведьмы тоже к нам вернулись? Совокупляются с дьяволом и замышляют низвергнуть Христа царя? Это политкорректность, которая не отменяет факты. А факты таковы: два человека, убитых по древнему еврейскому ритуалу, мистерии крови, которая веками практиковалась в разных концах света.
Сын римского раввина писал, что есть документы, есть показания свидетелей, что это никакая не средневековая легенда. Прошу меня послушать, потому что повторять я не стану. Меня интересует только одно – найти убийцу и отправить его в суд. Мне не важно, воскресший ли это из мертвых король Войтела, торговец с кебабами Ахмед или какой-то кровожадный еврей, пекущий в подвале мацу. Кто бы то был или не был, он будет вытянут из своей норы за пейси, косу или что там у него есть. И ответит за то, что сделал. Я вам это гарантирую. Ладно, еще раз. Это не старые телефонные номера. И не номера полицейских удостоверений. Не номера паспортов или ID-карт, выданных полицейской комендатурой воеводства. Ни одна база данных, подвластная нашей бюрократии, не выдает результат, имеющий смысл. Даты? Нет, если только это не предсказание на 23 век. Географические координаты? Ливия. Преступник явно не хочет, чтобы мы его поймали. Поэтому, если он не отмороженный на всю голову, он не станет нам оставлять шарады, разгадка которых может нас на него вывести. Он, похоже, отмороженный. Что с туннелем? Пожарники ни до чего не докопались, бросили это дело. Слишком рискованно. Во вторник могут прибыть минеры. Так что будем делать? Идем в постель. Я не надела кружевное белье, поэтому, может, ты согласишься перенести это на другой раз? Вы ужасно похотливые тут, в этой своей провинции. Долгие зимы, долгие ночи, кинотеатра нет, по телевизору скукотень. Чем заниматься? Спать. Это Шацкий. Есть клиент, для которого нужно порыться в архивах. В такое время? Кто это? Польская республика. Мое вам уважение, пан прокурор. Поздравляю. В наше время нужно столько смелости, чтобы открыто произносить такие речи. Запомните, мы с вами. Кто? Мы обычные, настоящие поляки. Желаю удачи. Вытяну его из норы за пейси, гарантирую. Десятки километров коридоров, подземных комнат, хранилища подвалов. Жуткий лабиринт, копавшийся столетиями, который никто никогда до конца не изучил. И до сегодняшнего дня целиком не знает. Он простирается далеко за пределы Сандомежа и уходит на много уровней вглубь. Согласно легенде, Халина Кремлянка сошла с ума от страданий, потому что потеряла всех тех, кого любила она и кто любил ее. Один момент. Я хочу поговорить. А я нет. Прошу.
Это я тебя прошу. Пожалуйста, не доказывай мне, что помимо того, что ты хам, можешь еще быть и жалостливым мудаком. В таком случае, я возвращаюсь к группе. Пани, мальчики слышали вой. Да? Представьте себе. Принял я тут участие в конкурсе на самое польское слово. Знаете, что я им предложил? Желчь. По двум причинам. Во-первых, оно полностью состоит из знаков, имеющихся только в польском языке. Во-вторых, оно символически изображает природу нашего общества. Огорчение, фрустрация, ощущение неполноценности, постоянная неудовлетворенность. К чему это я? Мы все себя об этом спрашиваем. Собственно, помимо убийства, в состоянии аффекта есть убийство из желчи. Аффект – это внезапный взрыв эмоций. А желчь – это совершенно иное. Желчь в нас копится медленно, малыми дозами. В конце концов, в нас не остается ничего, кроме желчи. Тогда мы готовы на все, лишь бы не ощущать эту горечь, это унижение. Я думаю, у нас тут как раз такой случай. То есть мы переходим к конкретике. Естественно, не думаете же вы, что я буду так целый день гнать пургу? Если бы неоспоримый факт, что убийца – это один и тот же человек, я бы предположил, что во втором случае мы имеем дело с подражателем. Слишком много отличий. Например, обе жертвы до смерти истекли кровью. Вроде бы схожесть. Но посмотрим на детали. У погибшего были точно перерезаны бедренные артерии. Элегантное решение. Кровь вытекла быстро, стекла по ногам. Смерть. У погибшей с дороги горло было вспорото так, что напоминало жабры. Это означает множество неистовых ударов. Хотел ее наказать, унизить, изуродовать. Если первое убийство было совершено из желчи, теоретически, на этом должно было и закончиться. Убийство совершено. Желчь вышла вместе с кровью, появился покой. Потом чувство вины. Потом упреки совести. Для чего убивать еще раз? Мы этого пока не знаем. Но я советую взять ключом к разгадке первое убийство. Он атакует еще раз? Он не подходит под тип серийного убийцы. Больше всего это похоже на реализацию какого-то плана. Месть – это сам собой направляющийся мотив. Что указывает на это? Да взять хотя бы надпись, оставленную на месте преступления. Если бы дело было завершено, он бы не захотел дальше играть в игрушки. То есть это игрушки? Или способ сообщить, ради чего затевалась месть? Зачастую мстителям недостаточно смерти, им важен позор. Мир должен узнать, за что жертва понесла наказание. Допустим, в его списке еще кто-то есть. Кто это может быть? Кто-то из ближайшей родни, давний друг. Кто-то такой. Да. Не поверишь. Нам не в чем себя упрекнуть. Нам не за что было его арестовать. А домашний арест – это и так была любезность его стороны. Следов борьбы нет. Или сам вышел, или вынесли. Подаем в розыск? Нет, хватит нам унижений с одного дела. Не хочу через минуту узнать, что наш очередной главный подозреваемый где-то висит на крюке. Сообщите СМИ, что мы ищем важного свидетеля, и этой версии будем придерживаться. Важный свидетель. Не трогай. Шутник грёбаный. Откуда вообще пошла маца? Когда бежали с Египта, не было времени ждать, пока поднимется тесто. Но что-то испечь надо было. И получилось у них маца. Думаете, это серийник?
Значит, он не остановится? И будет дальше похищать, убивать, выпускать кровь? Изучите здесь все. Ты куда? В костёл. Куда по помытому? Нельзя! Каждый миллиметр должен быть сфотографирован и исследован, даже если вы начнете падать в обмороки от истощения. Это должен быть какой-то шифр. Я даже знаю, какой. Это алфавит. Вы знаете иврит? Первое и третье слово – айн. В середине – техет или тахат. К сожалению, не могу перевести. Айн – это может быть один, как в немецком. Но тогда это был бы идиш, а не иврит. В семинаре у нас была библеистика с элементами иврита. Только я ее не сильно уважал. Она шла первым уроком, а утром мы отдыхали после погромов. Тео. Все кроется в прошлом. Мне нужны имена. Мне надо съездить завтра еще в два архива. Сегодня. У вас есть право работать ночью. Если будут какие-то проблемы, прошу звонить по этому номеру. Мы должны спешить. Вице-министр уже предупрежден. Убийство, смерть беременной. Клятва преступления. Поищите это.
Добрый вечер. Мне нужен Равин Зигмунд. У меня дело к твоему отцу. Поляк с чувством юмора. Очень интересно. Вина? Можно кофе? Не люблю говорить о Шоа. Не люблю, что каждый разговор между евреями и поляками заканчивается этим. Будто бы не было 700 лет. Совместной истории до этого и всего потом. Только трупы и ничего более. Представь себе, что ты возвращаешься домой, а там живет шмальцовник, из-за которого вся твоя семья погибла в лагере. Жена, дети. Ты бы сдержался? Простил? Полюбил бы, как самого себя? У тебя есть семья? Есть. Была до недавнего времени. Тогда ты лучше меня можешь себе представить эти чувства. Для меня это абстракция, академическое созерцание. Маца с шоколадом. Вкусная. Хочешь? Аббревиатура КВП. Тебе о чем-нибудь говорит? Комендатура воеводской полиции? А конспиративное войско польское? Антикоммунистические партизаны. Для одних это бесславные герои, для других – авантюристы. Для третьих – организаторы погромов. Были такие случаи. Это были главным образом правое течение. Это было такое предвоенное, народное правое течение. Оно было насквозь пронизано антисемитизмом. Но опять-таки, проклятые солдаты боролись с коммунистическим госаппаратом. Жертвой этой борьбы падали евреи, потому что их было полно в органах госбезопасности. Очевидно, ты знаешь, для чего я задаю все эти вопросы. Потому что рассматриваешь версию относительно какого-то одержимого местью еврея. И хочешь знать, возможно ли это. Если бы речь шла о нормальном человеке, я бы сказал, что нет. Но персона, у которой на руках кровь двух людей, это безумец. А у безумцев все возможно. И вот еще что. Да? Все это... Сандмеш, картина, цитаты, нож для шахиты, трупы в бочке. Таких знаний за уикенд не наберешься. Теоретически, для этого нужно быть евреем. Почему теоретически? Потому что практически кто-то прилагает массу усилий, чтобы обдурить прокурора. Такое у меня впечатление. Это хет. Восьмая буква еврейского алфавита. Тут зеркальное отображение правильно написанной буквы. Ни один еврей ее так не напишет, даже самый безумный.
Так же, как ты, даже когда сильно напьешься, не напишешь «В» с овалами влево. Понимаешь? Я думаю, что кто-то хитер и хочет оживить столько демонов, чтобы удалось среди них затеряться. Вопрос, мой дорогой прокурор, в том, удастся ли тебе во множестве иллюзий и призраков разглядеть лицо убийцы. Нужна твоя помощь. Даже если это дурной сон, то я и во сне прошу тебя, чтобы... Даже если это сон, то не такой, в каком я буду интересоваться твоим эмоциональным состоянием. Я как прокурор прошу у тебя помощи. Скажи мне это. Именно, это вопрос жизни и смерти. Добрый день. Добрый день. Строилось это как низшая духовная семинария. Называется Назарет. Во время войны тут была гестапо, после войны госбезопасность. Теперь тут духовная академия. Зачем мы туда идем? Потому что если пан прокурор прав, то в этом святом месте находятся врата в ад.
Послушайте. Тут за стеной проходит туристический маршрут. И если пан прокурор был прав, и дети на самом деле слышали какой-то шум, то мы еще лучше должны его услышать. Можешь определить, откуда это? Эхо обманчиво. Но я бы пошла на запад, в сторону синагоги. Где мы сейчас? Тут. Мы под стенами, слева от старого города. Идем. Возвращаемся. Что мы вообще ищем? Шиллера. До сей поры, если кто в этом деле пропадал, его потом находили, разделанного как поросенка. Скорее, как барашек. Поросенок трефный, не кошерный. В любом случае, в этот раз у нас есть шанс найти кого-то уже быстрее. С чего ты взял, что тут есть связь? Вой, лай, все сходится. С чем у тебя лай сходится? А что изображено в соборе на картине? Перерезание горла, катание в бочке крови, бросание останков псам. Что мы еще не видели? У вас есть оружие? Есть. Возвращаемся. Нет. Мы должны найти, откуда они прибежали. Но вой прекратился. Быстро его снимаем. Шиллер! Шиллер! Кто это был? Кто это был? Нет. Стой!
Быстрее, Тео, умоляю. Мчись изо всех сил на поверхность. Вызывай скорую. Быстро. Я не смогу. Сможешь еще немного. Если не смогу, я бы хотела, чтобы ты кое-что знал. О, умолкни, мужик. Давай просто отсюда выберемся. Почему я должна из телевизора узнавать о том, что ты в больнице? Со мной ничего страшного. Я не спрашиваю, что там с тобой, потому что мне это по барабану. Я спрашиваю, почему мне со школы звонит дочка вся в истерике, а я ничего не знаю. С тобой правда все в порядке? Синяки. Прости, я спал, не имел понятия, что что-то попало в СМИ. Представь себе, попало. Про тебя подземные взрывы, стрельбу. Ты там совсем очумел? Забыл, что у тебя ребенок. Понимаю, кризис среднего возраста. Так, чувак, купи себе гребаный мотоцикл или типа того. Мне достаточно того, что я разведенка. Не хочу быть вдовой. Как это звучит? Будто мне 60 лет. Но раз ты разведенка, ты и так не можешь быть вдовой. Ты мне не станешь указывать, кем я могу быть, а кем нет. Те мрачные времена, к счастью, закончились. Вера. Когда выпишешься, дай знать, окей? Все в порядке. Чтобы я могла Хельче передать, чтобы не переживала. И береги себя. Окей. Со стариком все в порядке. Всех нас переживет. Осмотрели и выгнали, приказав выпить пол-литра и лечь спать. Жива. Если бы попала на операционный стол на несколько минут позднее, уже бы не спасли. Держат ее в реанимации, в фармакологическом сне. Мы вообще не должны были спускаться. Надо было отправить специалистов, экспертов. Тео, мы служащие, а не какие-то агенты. Это вообще была дурная затея. Мы надеялись спасти Шиллера. Да, но мы ошиблись. Мне жаль. Да. Сказать легко. Я сделал все, как вы сказали. Я посмотрел все сервисы и проверил, кто первым сообщал о новостях из Сен-Домежа. Каждый раз первым был один блогер. Остальные писали после него. Сначала порталы, потом телевидение, потом все остальное. Это первая запись о теле у синагоги. И вообще, первая запись в блоге. Это блог убийцы. В это время даже я еще не знал о происшествии. Мне позвонили около 5. Или это блог кого-то из следователей. Или того и другого. Thank you.
Временами вам придется напрягаться, чтобы понять, кто на самом деле, с кем и для чего. И тогда я вам пригожусь. После 7 лет работы в нашей прокуратуре меня отстраняют от расследования убийства Элли? Будника тут никто не любит. В конце концов, кому-то ты должен доверять. Ее труп лежал прямо в центре старого еврейского кладбища. Я бы хотела, чтобы ты кое-что знал. Я знаю, кто. А я знаю, зачем. Весной 1946 года страна была опустошена после войны. Еды не было. Зато были коммунисты и новый режим. Пустое место там, где раньше был еврейский квартал. Лучшие жилища. Дома заняты поляками. Недвижимость обжита. Имение тоже под охраной. Каждый возвращавшийся еврей был упреком совести. Незадолго до Пасхи, до праздника Песах, прибыла еврейская семья, пришлая. Раньше их в Сандомеже никто не видел. Он был врачом. Его звали Вайсборд. Хаим Вайсборд. Им помогло то, что они были пришлые. Они не возвращались на старый мусор. Не нужно было им смотреть в глаза, как соседям, объяснять, откуда на кухне новый буфет. Это были просто жертвы войны. К тому же он мог помочь. До войны особняк на Замковой принадлежал доктору Вайсу. Еврейский доктор был очень уважаем. И именно тут случайно поселился Вайсборд с семьей. Почему он стоит пустой? Официально тяжбы собственников, неофициально говорят, что место обитаемо. Обитаемо? Привидениями. Сейчас дойдем до этого. Когда Вайсброд вылечил от туберкулеза того и другого ребенка, по округе о нем пошел слух. Согласно молве, у него был пенициллин из Америки. К Вайсброду заявились. Дай сам угадаю. Проклятые? Именно, КВП. Заявились и потребовали контрибуцию на борьбу с красным оккупантом. Контрибуцию в виде антибиотиков. Вайсброд их погнал. Похоже, только чудом людям удалось спасти своего доктора. Но майор КВП не смог стерпеть оскорбление, которое своим отказом нанес ему еврей. Вернулся и убил. Написал донос, что ненавидит красных. Многого не требовалось, хватило упоминания об американском пенициллине. Наступила осень. Пани Вайсброд, наступала пора рожать. Жена Вайсброда была, как говорится, слабой конституции. Доктор знал, что его не выпустят, но умолял, чтобы ей хотя бы на несколько дней позволили прийти в место заключения, чтобы он мог принять роды. Я читал протоколы. Они ужасают. Сыпал какими-то вымышленными именами. Обещал, что выдаст контакты международной шайке империалистов. Лишь бы ему позволили принять роды. Но не позволили. Вайсброд умерла? Да. Хотя не должна была. Соседи привели лучшую повитуху в округе. Злому Року было угодно, чтобы та пришла с дочкой. Сашка! Нет! Не оставляй меня! Не оставляй меня! Знаете, у меня есть такая теория, что зло — это результат сплетен. Если бы та мелкая не слышала постоянно о бочках, в которых евреи убивают детей на мацу. Якобы на Замковой и до сих пор слышно ее крик и плач младенца.
На следующий день Вайсбрат повесился в камере. Ежи Шиллер. Его отец был майором КВП. Гжегош Будник. Сын начальника тюрьмы. А жена Будника. Ее мать родом из Завихоста. Родилась в 1941 году. То есть, когда Вайсбраты умерли, ей было 6 лет? Такая маленькая девочка могла страшно испугаться, увидев ужасную бочку в разоренном еврейском доме. Ребенок Вайсбрата. Вы ошиблись, пан прокурор. Сильно ошиблись. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем за свое преступление. Ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, карающий за вину отцов детей третьего и четвертого рода. Та же самая книга, только несколькими главами ранее. Но это не важно. Важно, что вы ошибаетесь. Увидимся завтра на допросе. Что за бессмысленная месть? Хотя бы ответьте за нее по высшему уровню. Вы меня не любили. И я знаю почему. Ладно, иди. Простите. Я вас слушаю. Я ищу девушку, которая здесь лежала. Вы ее родственник? Я прокурор. Пани умерла под утро. Я могу его описать. Не нужно. Добрый день. Пожалуйста, талончик и ID-карту. Спасибо.
Иван Анатолий. Вы знаете, что такое настоящая любовь? Такая, что все остальное неважно, совершенно неважно, которая делает тебя способным на величайшие жертвы и величайшие преступления. Прошу придерживаться фактов. Элли Шиллер. Прошу называть полные имена. Свою жену Эльжбету Будник и Ежи Шиллера. Так лучше? Свою жену Эльжбету Будник и Ежи Шиллера я хотел убить. На самом деле хотел. Мне это было приятно. После стольких месяцев представления себе, чем они там вместе занимаются. После выслушивания всей этой лжи, рассказов. О служебных встречах с артистами. Вы не знаете, как это, когда внутри человека день ото дня растет ненависть. Каждую минуту, каждую секунду, все это время. Я знал, что она не для меня. Но когда она мне это сказала прямо в лицо, это было ужасно. Ужасно. Я решил, раз она не моя, то и никому не достанется. Это не удастся. Я не понимаю. Уже удалось? Выехать на статье номер 4 не удастся. Убийство того бедного бродяги, маскировка под него, театрализованное убийство. К этому нужно неделями готовиться. Такая преднамеренность исключает факт, оправданный обстоятельствами. Вы тратите время и бумагу. Психом прикинуться тоже не удастся. Потому что? Потому что вы слишком много усилий приложили к рациональной деятельности по избеганию уголовной ответственности. А вы неплохой игрок. Я знал, что убить их будет просто. Проблема была в том, как избежать тюрьмы. Естественно, развязывание всей этой еврейской истерии могло помочь. Это же все-таки Сандомеш. Но я должен был быть уверен, что никто не станет меня искать. Когда до меня дошло, что никто не станет искать труп, все остальное превратилось в тренировку креативного мышления. Мне было жаль этого бродягу. Правда, жаль. Но я хотел идеальное убийство. Искусство иллюзии. Вы смотрели на марионетку, бочка, пластырь на лбу, но не видели руку и нити, управляющие куклой. Формально меня идентифицировала одна особа, которая меня плохо знала. Я говорил полные имена. Прокурор. Теодор Шацкий. Вы преднамеренно подставили пана Вильчура? Это тоже ваша инициатива, прокурор. Скажем, я деликатно подтолкнул вас в нужную сторону. Я знал, кто он. Отец признался мне на смертном одре. Всю жизнь ему не давало покоя, что не выпустил из тюрьмы Вайсбрата. Боялся еврейского проклятия. Когда я познакомился с Элей, он был уверен, что это Вайсбрат с того света напоминает о справедливости. Глупые предрассудки? Признайтесь. Немного не хватило до идеального преступления. Всегда немного не хватает. Будешь скучать? Не знаю. Ты будешь? А ты? Может, немного. Не знаю. Дело уже было раскрыто. Как тебя осенило? Зерно правды. В
каждой легенде есть зерно правды? На самом деле нет. Я подумал, раз дело похоже на легенду о крови, что все в нем ложь. Страшно это все. Чтобы три судьбы переплелись вновь, как какой-то дебук. Я в духов не верю. Почему? В кодексе о них нет ни слова.